Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Апокалипсис. Ты говоришь, я не творила зла, но разве ты кого-нибудь спасла? А ведь кого-то за руку схватив, могла бы удержать, он был бы жив. Но даже тот неискупленный грех, и он не самый тяжкий изо всех. Ты за него страдаешь столько лет. Есть грех другой, ему прощения нет. Ты спряталась в глухую скорлупу, ты замешалась в зыбкую толпу, вошла в нее не как рассветный луч. Ты стала тучей в веренице туч. Мария Петровых. Дмитрий Смирнов, священник из Ярославля. 1922, первый арест. 27-й год снова забрали, но выпустили за недостаточностью компрометирующего материала. 30-й. Лагерь. 4 года. 38-й опять тюрьма. С пытками. Он отрицал все обвинения и был сослан в Казахстан, где ему сшили новое дело, и он стал мучеником. Митрополит Иосиф. В первый раз арестован в 19-м за то, что посредством колокольного звона и крестного хода срывал кампанию по вскрытию мощей. 29-й. Ссылка, Казахстан. 37-й. Расстрел. Один святой был ее дядей по маме, другой – двоюродным дедом по отцу. А еще в лагере умер ее муж. Саму Марию Сергеевну не трогали. Но все ее стихи были настолько далеки от того, что обязаны были нести в массы деятелей искусств, что она почти не публиковалась. Я не носила стихов по редакциям. Было без слов понятно, что они не в том ключе. Да и в голову не приходило ни мне, ни моим друзьям печатать свои стихи. Важно было одно – писать их. Без оглядки не ступить ни шагу. Хватит ли отваги на отвагу? Диволь, что ни громки мы, ни прытки. Нас кругом подстерегали пытки. Снится ворон с карканьем вороним. Диволь, что словечко не пророним. Диволь, что на сердце стынет наледь. И ничем уж нас не опечалить. А отрада лишь в небесной сине, да зимой на ветках белый иней, да зеленые весною листья. Мыль виновны в жалком бескорыстии. Мы живем не мудрствуя лукаво, и не так уж мы преступны право. Прокляты, не только что преступны. Велика ли честь, что неподкупны? Как бы ни страшились, ни дрожали, веки опустили, губы сжали, в грозовом молчании могильном, вековом, беспомощном, всесильном. И не нам, и не от нас прощение, только завещание на отмщение. Мария Петровых, 1939 год. Она уехала из Ярославля в Москву в 17 лет поступать на высшие литературные курсы. Мария Петровых и я, пишет Арсений Тарковский, были приняты и вошли в один из дружеских кружков юных поэтов. В этом кружке она по праву оказалась первой из первых. Известны вокалисты, у которых врожденный, хорошо поставленный голос. Такой поэтический голос был у Марии Петровых. Среди шутов, среди шутих, разбойных, дровитых, пресных. Нас было четверо иных, нас было четверо безвестных. Это Семен Липкин вспоминает их студенческую квадригу. А третья нам была сестрой, дочь пашихонского священства. Объединяя страх и строй, она искала совершенства. Четвертым был дважды сидевший Аркадий Штейнберг. Судьба за мной присматривала в оба,
чтоб вдруг не обошла меня утрата. Я потеряла друга, мужа, брата. Я получала письма из-за гроба. Она ко мне внимательна особо, и на немые муки таровата, а счастье исчезало без возврата. За что, я не пойму, такая злоба? И все из-под тишка, все шито-крыто. И вот сидит на краешке порога старуха у разбитого корыта. А что, сказала б ты, и впрямь старуха? Ни памяти, ни зрения, ни слуха. Сидит, бормочет про судьбу, про Бога. Этот разговор с очень близким, родным по духу человеком Ахматовой написан вскоре после смерти Анны Андреевны. Они дружили больше 30 лет, несмотря на значительную разницу в летах. Другом в радости и в горе, светлым гостем своей жизни, называла ее Анна Ахматова. Обеим годы пришлось прожить в литературном молчании. Когда старшая ушла, младшая поехала в дом писателей в Голицыно, поселилась в комнате, где некогда творила Ахматова, и там обрела второе дыхание. Ужаснусь, опомнившись едва, но ведь я же родилась когда-то. А потом? А где другая дата? Значит, я жива еще? Жива? Как же это я в живых осталась? Господи, но что со мною сталось? Господи, но где же я была? Господи, как долго я спала! Господи, как страшно пробуждение! И такое позднее! Зачем? Меж чужих людей, как привидение, я брожу, не узнана никем. Никого не узнаю. Исчез он. Мир, где жили милые мои. Только лес еще остался лесом. Только небо, облака, ручьи. Господи, коль мне еще ты внемлешь, сохрани хоть эту благодать. Может, и очнулась я затем лишь, чтобы ее впервые увидать. Мария Петровых. В 30-е годы они жили с сестрой на углу Спиридоновки и Гранатного, в доме Утюге. Туда к ним и стал захаживать Мандельштам. «Влюбленность Мандельштама в Марусю была чрезвычайна», — вспоминала Екатерина Сергеевна. «Он приходил к нам на Гранатные по 3 раза в день, прислонялся к двери, открывающейся внутрь, и мы оказывались как бы взаперти». Говорил он, не умолкая, часа по 1.5-2. Глаза вдохновенно блестели, голова запрокинута. Говорил обо всем: о стихах, о музыке, живописи. Он посвятил ей лучшее, как сочла Ахматова, лирическое стихотворение 20 века. Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч, усмирен мужской опасный норов, не звучит утопленница речь. Ходят рыбы, рдея плавниками, раздувая жабры, на, возьми. Их, бесшумно охающих ртами, полухлебом плоти накорми. Мы не рыбы красно-золотые, наш обычай сестринский таков. В теплом теле ребрышки худые и напрасный влажный блеск зрачков. Маком бровки мечен путь опасный. Что же мне, как янычару люб, этот крошечный, летуче-красный, этот жалкий полумесяц губ? Не серчай, турчанка дорогая, я с тобой в глухой мешок зашьюсь, твои речи темные глотая, за тебя кривой воды напьюсь. Ты, Мария, гибнущим подмога, надо смерть предупредить, уснуть. Я стою у твоего порога. Уходи, уйди, еще побудь. Осип Мандельштам. В мае 34-го Мандельштама забрали.
Следователь предъявил ему запись его роковой эпиграммы на Сталина. Осипу Емельичу показалось, что он узнал почерк Марии Петровых. Это была чудовищная ошибка. И он назвал им ее имя среди тех, кому читал «Мы живем под собою, не чуя страны». И не мог себе после этого простить. Друзья уже мысленно прощались с Марией Сергеевной. Было страшно. До конца дней она боялась прослушек, и если кто-то из гостей начинал говорить лишнее, жестом показывала на потолок, и все расспросы о той истории сразу пресекала. Мандельштам и его стихи, посвященные мне, для меня закрытая тема. Что делать? Душа у меня обнищала и прочь ускользнула. Я что-то кому-то наобещала и всех обманула. Но я не нарочно, а так уж случилось, и жизнь на исходе. Что делать? Душа от меня отлучилась гулять на свободе. И где она бродит? Кого повстречала? Чему удивилась? А мне без нее не припомнить начало. Начало забылось. У нее был совершенно замечательный первый муж Петр Грандицкий. Начинал он как поэт их круга, а стал профессором сельхозакадемии. Интересы разошлись, они расстались. Но он всегда помогал ей, и ее дочь от второго брака поддерживал как свою, потому что ее отца посадили сразу после ее рождения, и они с Марией Сергеевной стали членами семьи врага народа. В первые, самые трудные месяцы войны она даже отказывалась от присылаемых Петром денег, подозревая, что он отдает последнее. От него, может, и она научилась быть гибнущим подмогой. Мне слышится, кто-то у самого края зовет меня. Кто-то зовет, умирая. А кто, я не знаю. Не знаю, куда бежать мне. Но с кем-то, но где-то беда. И надо туда, и скорее, скорее. Быть может, спасу, унесу, отогрею. Быть может, успею, а ноги дрожат. И сердце мертвеет, и ужасом сжат весь мир, где недвижно стою, озираясь, и вслушиваюсь, и постигнуть стараюсь, чей голос. И сжато тревожной тоской сама призываю последний покой. Мария Петровых. Тревога. Жена Семена Липкина, Инна Леснянская, рассказывала: Петровых далеко не благодушна. Но у нее слабость. Если человек нездоров, он уж хороший. Бывало, Мария Сергеевна показывала мне в очередной раз публикацию стихов одного из наших общих знакомых. Мол, взгляните, как наблюдательно детально описывает природу. Я в который раз не соглашалась. Человек он действительно достойный. Но этого для стихов недостаточно. А она, выдвигая тонкую, но выразительную нижнюю губу, делалась надменной, и в ход шел ее главный козырь. Вы забываете, что он не только порядочный человек, но и больной, да и жена у него болеет. В эвакуации в Чистополе, где Пастернак устроил ей едва ли не первый литературный вечер, она познакомилась с Фадеевым и полюбила. Ему посвящено «Назначь мне свидание». Это стихотворение через год после его самоубийства она, поддавшись на уговоры редакции, отдала в оттепельный альманах «День поэзии». Тропинка все выше кружила над бездной. Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в круженье обратном, и встретимся мы в переулке гранатном. Назначь мне свидание у нас на земле, в твоем потаенном, сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, пока еще слышим, пока еще видим, пока еще дышим.
и я сквозь рыданье тебя заклинаю. Назначь мне свидание. Назначь мне свидание хотя бы на мгновение. На площади людной, под бурей осенней. Мне трудно дышать. Я молю о спасении. Хотя бы в последний мой смертный час. Назначь мне свидание у синих глаз. Мария Петровых. Доброта и ум были ее самыми характерными качествами, вспоминал Михаил Ардов. Так и вижу ее, невысокую, худую, с вечно дымящейся папиросой в откинутой руке. Мы, 20-летние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Мандельштама и что у нее был роман с Фадеевым. Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи. И вдруг онемеют уста, тоскуя о лжи. Какая во лжи простота, как с нею легко. А правда совсем непроста, она далеко. Ее ведь не проще достать, чем жемчуг со дна. Она никому не подстать, любому трудна. Ее неподатливый нрав пойми, улови. Попробуй хоть раз, не солгав, сказать о любви. Как будто дознался, достиг, добился, и что ж, опять говоришь напрямик привычную ложь. Тоскуешь до старости лет, терзаясь, горя, а может быть, правды и нет, и мучишься зря. Дождешься ль ее благостынь, природа ль не лжет? Ты вспомни миражи пустынь, коварство болот, где травы над гиблой водой густы и свежи. Как справишься с горькой бедой без сладостной лжи? Но бьешься ни день и ни час, твердыни круша, и значит, таится же в нас живая душа. То выхода жаждет она, то прячется вглубь, но чашу осушишь до дна, лишь только пригубь. Доколе живешь ты, дотоль метешься в борьбе, и только вседневная боль наградой тебе. Бескрайна душа и страшна, как эхо в горах. Чуть ближе подступит она, ты чувствуешь страх. Когда же настанет черед ей выйти на свет, не выдержит сердце, умрет, тебя уже нет. Но заживо слышал ты весть из тайной глуши, и значит, воистину есть бессмертие души. Мария Петровых. Довольно скоро, в октябре, вышла статья, где авторы Дня поэзии Ахматова, Пастернак, Петровых были названы чуждыми передовым идеям современности и будущего. Гибель любимого человека, непонимание, ввергли Марию Сергеевну в глубокий кризис. Она почти перестала писать и очень тяжело это переживала. Словно от вины тягчайшей, не могу поднять лица. Дай же кто-нибудь, о, дай же выплакаться до конца, до заветного начала, до рассвета на лугу. Слишком больно я молчала. Больше не могу. Она много переводила, особенно с армянского. Ей даже присвоили звание заслуженного деятеля культуры Армянской ССР. Первый из ее почитателей, филолог Левон Мкртчян, взялся подготовить к изданию ее книгу и каким-то чудом сумел воскресить поэта. «Это все равно, что отвалить камень от похороненного заживо», — писала ему Мария Сергеевна. Теперь она сурово судила себя за упущенное время. «Бесценный дар поэта зарыла в землю я». «Где слово, что тебе я в руки дал? Чтоб добрый ликовал, а злой страдал. Скажи мне, как распорядилась им бесценным достоянием моим? Не прозвучало на земле оно, не сказано, не произнесено. Уйди во мрак, не ведающий дна, пускай тебя примет сатана. А тот вопит: не вем ее, не вем, она при жизни не была ничем, она моей при жизни не была. Она и вправду не творила зла. За что ее карать, за что казнить? Возьмешь ее на небо, может быть. Я услышу скорбный стон небес,
и как внизу расхохотался бес. И только в том спасение мое, что сгину, провалюсь в небытие. Мария Петровых, ты говоришь, я не творила зла. Это грозное «знаю твои дела», «ты не холоден, не горяч» она отнесла к себе. Ни богу свечка, ни черту кочерга. А с другой стороны, при всем пугающем начале заканчивается послание ангелу Лаодикийской церкви удивительно светло. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, ревнуй и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение святого Иоанна Богослова. И еще этот спор Бога с сатаной у Марии Сергеевны о ее душе, конечно, из книги Иова. Оттуда ее сокрушение, оттуда и надежда. «Уж лучше бы мне череп раскроили, как той старухе в кухне, топором. Или ножом пырнули, или... А этих мук не описать пером. Я замерла сама с собой в разлуке. Тоска молчит, тоска мычит без слов. За что мне, Господи, такие муки? Убил бы сразу, только и делов. О, Господи мой Боже, не напрасно правдивый создал ты меня и ясный, и с детства научил меня слагать слова. Какую даровал усладу. И вот с немой тоскою нет усладу. Ты прав, я за грехи достойна аду. Но смилуйся, верни мне благодать». Мария Петровых, 1976. При жизни Марии Петровых была издана только одна ее книга, пишет Арсений Тарковский. Сборник «Дальнее дерево», без ее участия в Армении, усилиями ее ереванских друзей. Вот почему поэта такого большого таланта мало знают читатели. Может быть, в этом виновата и ее скромность? Замкнутость ее души, не умеющей распахнуться перед посторонними. Мне кажется, она знала себе цену втайне. Ее стихами восхищались такие поэты, как Пастернак и Мандельштам. Тайна Марии Петровых в том, что она поистине большой русский поэт. Ее душа подлинного поэта, казалось, столь беззащитная, вела сама с собой бесконечный спор. Последнее слово в том споре принадлежало поэзии. Незадолго до смерти Мария Сергеевна, видно, простила себя и написала автоэпитафию, которая по ее просьбе была и вырезана на могильном камне. «Недостойный, дарован Господней рукой, в блаженном успении вечный покой». Вот так и бывает. Живешь, не живешь, а годы уходят, друзья умирают. И вдруг убедишься, что мир не похож на прежний, и сердце твое догорает. В начале черта горизонта резка, прямая черта между жизнью и смертью. А нынче так низко плывут облака, и в этом, быть может, судьбы милосердие. Тот возраст, который с собою принес утраты, прощание, наверное, он-то и застил туманом непролитых слез прямую и резкую грань горизонта. Так много любимых покинуло свет, но с ними беседуешь ты, как бывало, совсем забывая, что их уже нет. Черта горизонта в туман пропала. Тем проще,
тем легче ее перейти. Там эти же рощи и озими эти ж, ты просто ее не заметишь в пути. В беседе с ушедшим ее не заметишь.